Скоро начинаются кубковые игры. Те клубы, которые стремятся туда попасть, сейчас будут набирать такие обороты. И посмотрим, кто лучше себя покажет в этом году. Аут. Главное, без нарушений. Месси. Посмотрим за этой атакой. Паштуш Пимпаре. Мяч летит в штрафную площадь. Он бьет головой и забивает. Такой гол дорогого стоит, согласен. Великолепный кросс с левого фланга. И оставалось только замкнуть эту передачу. Да, разыграли просто сказочно. Вот именно так и надо завершать угловые хорошим точным ударом. Да, головой сыграл просто бесподобно. Как ты в лучшие годы. Забивать надо! Защитник отводит опасность от ворот и разряжает отправку. Мяч за пределами поля, угловой. Вратарь будет вводить мяч в игру. Паштуш Пимпаре. Очередная потеря. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Перехват в центральной зоне. Есть варианты, куда сделать пас. Месси. Мяч будет введен из зала. На Барседо Родригес. Неплохо, хороший пас получился. Мяч на лицевой линии. Раньше его вводили в игру защитники, теперь это делает брат. Мяч на боковой линии. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Плохо сыграно. Мяч потерян. А вот тебе. Получай, невидимое рогатое чудовище. Георгий, ну ты сегодня жжешь. Похлеще футболист. Нет, этот игрок сидит на скамейке запасных. Ему не нужно было делать передачу. Выигрывает борьбу у защитника. Прекрасный навес. Эта атака упирается в защитника, который выбивает мяч подальше. Санчес. Седо Родригес. Совсем не обязательная потеря. Прекрасный пас. Опасно. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Месси. Отличный удар.
Вот так и нужно играть в обороне. Вратарь намертво забирает мяч. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Санчес. Суарес. Мяч сыграно. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Очередной аут. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. И как пробил. Удар приходится точно в голкипер. Следу Родригес. Все верно. Края надо чаще задействовать. Суарес. Санчес. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыгран. Отличный кросс. Итак, у нас аут. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Мяч ушел за пределы поля. Будет удар от ворот. Какой шанс! Семен Семенович, ну что происходит? Так все грамотно было сделано, и такая несуразица в завершающей стадии. Похоже, игрок сам не поверил своему счастью и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. Санчес. Пас в штрафную. Защитник подальше, от ворот выносит. Тут просто подарили мяч соперника. Буфон! Гол! Счет равный! И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? После ответного мяча у нас 1-1. Эффектный пас. Точно в ноги партнер. После первого тайма счет в матче ничейный. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался.
Главное, без нарушений. Защитник перехватил передачу. Бьет он поворотом, как на тренировке. Какой навес! Батар решил отбить мяч. Неплохой перевод мог получиться, но защитник. Это угловой. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Забивать надо! И как опасно пробил. Бускетс, Бургас. Сейф, но атака продолжается. Пас в разрез очень точно. Паштуш Пимпаре. Решил пробить. Невероятное спасение. Будет угловой. Очередной угловой будет подавать команда. Очередная потеря. Месси. Паштуш Пимпаре. Суарес. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Выбит. Угроза миновала. На Барседо Родригес. Буфон. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Судья не приклеил. В такой ситуации желтая — это еще не самый худший вариант. Мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Боковой арбитр фиксирует офсайд в этом эпизоде. Ведь могло все закончиться совсем иначе. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в Брэгли штрафник. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за бокового. Домашняя команда готовит искусственный офсайд. Месси! Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детстве. Ну, немного он все-таки был в положении в игре, согласен. По замыслу пас неплохой, однако исполнить не смог защитник, мяч перехватил. Все, ударище просто. И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Мяч покинул пределы поля.
перешел к другой команде. Суа. Баштуш Пимпара. Ищут они разные варианты для атаки. Суарес. Прекрасно сыграно. Отобрал мяч легко и без нарушения правил. Атака продолжится через фланг. Защитник подальше от ворот выносит. Скидка на партнера. Следим дальше за этой атакой. Перечок мяч в боковую линию. Хватает первый на мяче. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Отличная координация. Как он не упал? Загадка. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Они получают право на штрафной. Вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Игра закончена. Конечно, поражение это всегда неприятно, но все выигрывать всегда нельзя. Сезон в разгаре и много еще впереди. Они еще вполне, кстати, могут стать чемпионами.